Французские фермеры, протестующие против низких закупочных цен на свою продукцию, добились от правительства поблажек. Министерство сельского хозяйства приняло решение выделить на поддержку аграриев 600 миллионов евро. Кроме того, власти предоставляют им отсрочку от выплаты налога на прибыль, а также освобождают их от уплаты земельного налога. По официальным данным, на грани банкротства во Франции находится не менее 25 тысяч хозяйств. Представители отрасли и профсоюза утверждают, что реальные цифры как минимум в два раза больше. С начала недели разъяренные фермеры блокировали основные дороги на западе Франции. Они останавливали машины с иностранной сельхозпродукцией, заставляя водителей молоковозов, приехавших, как в данном случае, из Испании, сливать молоко на землю. Высыпали сотни тонн навоза на окружную дорогу и ряд других автомагистралей, ведущих в город Кан, неподалеку от Мон-Сан-Мишель, а также блокировали тракторами подъезды к этому историческому памятнику, который ежегодно привлекает до 3 миллионов туристов.